Golden State Warriors повел 3-0 в финальной серии с Cleveland Cavaliers. Выиграв третью игру финала, на этот раз обошлось без разгрома, всего лишь 118-113. Эту победу Golden State одержал на выезде в Кливленде. Клуб из Окленда стал первой командой в истории крупнейших спортивных лиг Северной Америки, одержав 15 подряд побед в матчах плей-офф. Golden State по этому достижению превзошел хоккейный клуб Pittsburgh Penguins, который в плей-офф 93 года выиграл 14 встреч в подряд. Рекомендую узнать, как обстоят дела у Питтсбурга в финале НХЛ. Подсказка будет вверху экрана. Golden State установил также рекорд финалов, забив 12 трехочковых бросков уже в первой половине, после которой он, собственно, и повел в счете. А вот Кливленд повел в матче после третьей четверти, но победу Golden State принес рывок 11-0 в заключительные минуты игры. Наконец-то в этой финальной серии самым результативным игроком стал форвард Кливленда Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл, 39 очков на его счету и 11 подборов. У Ирвинга 38 очков и 6 подборов, а вот у Лава 13 подборов в этой встрече, он вместе с баскетболистом Golden State Curry лидирует по этому показателю в матче. Также Карри записал на свой счет 26 очков и сделал также дабл-дабл. Кевин Дюран набрал 31 очко, он лидер Golden State в этом матче. На его счету также 8 подборов и 4 ассиста. У Клея Томпсона 30 очков и 6 подборов. Следующий матч финала пройдет 10 июня на домашней арене Кливленда. Ни одной команде в истории NBA, напомню, не удавалось отыграться и выиграть серию, уступая 0-3. Смотрите также результаты и статистику в финале Национальной хоккейной лиги. Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, вы можете перевести любую сумму на поддержание этого проекта. Ссылки будут в описании под этим видео. Также не забывайте ставить класс, комментировать, делиться в социальных сетях и подписываться. Это абсолютно бесплатно.